Два автобуса сгорели дотла сегодня утром в промзоне на улице Адели Кутуя. Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны в 9 часов утра. Горели два автобуса ПАС. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Известно, что эти автобусы были уже не на ходу. Люди в результате происшествия не пострадали.